Украина из-за морозов увеличила отбор газа из ПХГ. Суточное потребление природного газа в Украине достигло 170 миллионов кубометров. Такие крупные объемы зафиксированы впервые за последний год. Украина из-за похолодания начала отбирать более 100 миллионов кубометров в сутки из подземных хранилищ. Об этом сообщил советник министра энергетики Украины Максим Белявский в воскресенье, 25 февраля. Украина из-за похолодания, суточное потребление 170 миллионов куб/м, на эту дату в 2017, 138 миллионов куб/м, увеличила отбор газа из хранилищ на 7%, до уровня 101 миллионов куб/м, такой режим впервые за последний год, сообщил он в Facebook. По словам Белявского, остальные потребности покрываются за счет газа отечественной добычи, 57 миллионов куб/м, и импорта из Европы, 16 миллионов куб/м. Ранее сообщалось, что в ПХГ Украины остается более 12 миллиардов кубов газа, и этого объема с запасом хватит до завершения отопительного сезона. Напомним, украинцев предупредили о дальнейшем снижении температуры до 25 мороза. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-korrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.